минувшее воскресенье на корте с искусственным покрытием стадиона «Труд» состоялся очередной футбольный турнир журналистов. Наша программа всегда с огромным интересом следила за этими состязаниями, потому как всегда было любопытно понаблюдать за тем, как на практике играют в футбол люди, которые в нем теоретически, конечно же, неплохо разбираются. Инициатива проведения этого турнира принадлежит руководителям факультета журналистики ТГУ и Томскому областному союзу журналистов. Несмотря на то, что этот турнир первый раз был проведен в 2006 году, нынешний стал уже 13-м по счету, потому как с 2009 года он проводится дважды, помимо сентябрьского еще и 23 февраля. Самой титулованной командой здесь, безусловно, является неувидаемый Фомич, который становился победителем 8 раз. В любительском томском футболе Фомич по праву считается легендарным. И дело не только в кубках и медалях, которых у этой команды огромное количество. Фомич по своему статусу просто обязан был стать любимым и популярным. Пиар-то большой был, сами журналисты еще хотим, то и пишем, журналисты. И тех повелось непобедимый легендарный Фомич. Хотя он зачастую, да не только зачастую, проигрывал, но он все равно остается легендарным и непобедимым. Хотя на этом турнире Фомичу пополнить багаж своих чемпионских титулов не удалось. Проиграв в полуфинале команде выпускников факультета журналистики со счетом 2-3, Фомичи боролись лишь за третье место. Сыграв со студентами журфака в основное время в ничью 1-1, Фомичи вырвали бронзу в серии пенальти. Пенальти определили и победители турнира. Команды ГТРК и выпускников счет в основное время открыть не смогли. Но а в послематчевой лотерее больше повезло телевизионщикам.